Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал ТГ Сибирь. Сегодня мы с вами будем играть колодой, которая чернее черного. После недавних банов забанили очень много карт, которыми пользовался и успешно пользовался Mono Black. И это должно было его очень сильно ослабить, но, по моему мнению, этого не произошло. Mono Black как и был хорошей колодой, так и остался отличной колодой. Единственное то, что баланс по картам немножечко сместился в разные стороны. Сегодня мы будем с вами пробовать Mono Black уже после банов. Итак, две копии неумирающей злобы за одну ману. До конца хода целевое существо получает способность, когда оно должно умереть, мы возвращаем его с жетоном. То бишь спасалка наших крич. Четыре развивающихся спящих агента, которые просто и качаются, дробуют карточки, получают дестач. Одна копия отразить клинком ремуал за одну манку. Три копии поклявшейся Аяры за 2 маны 2-2 с угрозой. Когда она наносит боевые повреждения игроку, если на нем меньше 4 жетонов, то мы на Аяру кладем жетон. И затем, если на ней 4 жетона, то вместо того, чтобы дальше класть на нее жетоны, мы будем дробить карты. Три копии упорного аутсайдера, три копии целиться в горло, две копии Эдикта Шелдред. То бишь тут у нас ремувальная база. Три копии кладбищенской нарушительницы, которая экзайлит карты с грейва. Сама имеет очень неприятный оберег. Чтобы ее убить, нужно посбросить карту. У нее есть создание дня, она может трансформироваться. Ну и, собственно, сама по себе за 3 маны 3-3. Две копии Лилечки. Три копии большой. Так, значит, даже, знаете, сделаем. Да, нормально. Две копии Лилечки, три копии Шелдред Апокалипсис за 4 маны 4-5 со смертельным касанием. Каждый раз, когда мы берем карту, мы гейним 2 хита, оппонент дробит карту, лузает 2 хита. 4 Фериксийского уничтожителя за 4 маны 5-5 с пробивным ударом. Каждый раз, когда ему носит повреждение, то тот, кто нанес ему повреждение, жертвует столько же перманентов. 4 Фериксийского пожирателя плоти, он за 7 маны, либо за 3 маны 3-3, либо за 7 маны 7-5 с угрозой, цепью жизни, с оберегом, чтобы уничтожить, уже столько хитов заплатить, сколько его сила. И две копии веления Гикса за 5 маны волшебством. Мы выбираем две опции. Либо кладем жетон плюс 1 на не более чем одно существо под нашим контролем, и оно получает лайфлинг до конца хода. Либо уничтожаем каждое существо с силой не более 2. Либо возвращаем не более 2 карт существ из нашего кладбища в нашу руку. Либо каждый оппонент жертвует существо с наибольшим значением силы. Вот такая, друзья, у нас колода. Такой вот Mono Black. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. И давайте же затестим его в рейтинговом стандарте. А также, друзья, пока у нас будет сейчас искаться оппонент, напоминаю, что у меня есть замечательный телеграм-канал, где постоянно идут какие-то обсуждения, помощь, какие-то игры между друг другом ребята назначают. Там уже около 70 человек. Получилось такое дружное, крепкое комьюнити получается, и я вас туда всех сердечно приглашаю. Если хотите пообщаться, порассуждать, пообсуждать, ну, как в клубе, когда приходишь поиграть, вот примерно то же самое. Так, оппонент смулиганился, мы тоже будем мулиганиться однозначно, потому что, ну, с такой рукой стартовать не вариант, а вот эта рука уже более-менее интересная. Теперь вопрос, да? Чем играет наш оппонент? Что нам убирать с руки? Он будет ходить первым, если это какая-нибудь быстрая агроколода типа Чар или Монореда, то, конечно же, Лилечку ни в коем случае убирать нельзя, но и Фериксийский уничтожитель тоже очень важен. Сразить клинком тоже убирать нельзя, мы до третьего хода мы не можем ничего не делать просто. Вот и вопрос, очень тяжелый вопрос. Что нам убрать? Ну, давайте уничтожителя пока убьем, пока. Посмотрим. Если сейчас там не агро, то мы встряли. Потому что сразить клинком нужно было убирать. Но я сделал выбор. Окей, селянка. Видимо, это моно-вайт контроль. Не самый лучший матчап для нас. Тут на самом деле кому лучше зайдет. Но пока мы дробим земли, мы продолжаем дробить земли, это прям печально. Ходи. Угу. Ничего не произошло, это хорошо. Давайте поставим фериксийского пожирателя плоти. И ход.
Если сейчас он ничего не делает, значит, у него есть императрица. Ну, сейчас будем смотреть. Чем опасен Монуайт? Своими мастер-ремвалами и экзайлищами. Вот. У нас достаточно тяжелые кричи. Поэтому мы развиваемся медленнее. Медленно, точнее. И при одинаковых LSP. Ладно. А что-то что он умеет? Что давайте таки он умеет. Окей. Аутсайдер. За блица. Подрывает нам карту лишнюю. Атака в LSP. Угу. Бам-бам. Пожертвовали, подрывали карту. Ох, очень хорошая карта. Я предпочту против Монувайта на самом деле играть в одну-две кричи на столе. Остальные держать на руке. Так, сложите оружие за три хита. Да. Сейчас он должен либо сделать Экена, либо... Он сделает Экен, окей. Хорошо. Это так. Давайте тогда Шелдред. И... Ну что же зло? Прекрасно. Хорошо, ходи. Может, оно включает? Не, наверное, еще таки наделает. Да. Атака? Да, атака. Угу. Ну, давайте болото. Ха-ха-ха. Давайте пожирайте плоти, пусть будет. Точечный ремонт бы сейчас не помешал, кстати. Я так думаю. Давайте Лиля. Давайте Лиля. Давайте Лиля скажет, сбросим по карте. Сбросим по карте. О, неплохо. Уходи. Да, сложить оружие. Возможно, сейчас попытается Лилю убить. Это не точно. А, он так решил. Ладно. Да, моноблоку стало нечем бороться с чарами, это прискорбно. Наверное, таким. Угу. Атака? Да. Хорошо. Кстати, неплохо. Давайте, аутсайдер. Далее. Атаку сюда. Сдал Такена. Давайте, поклявшиеся Яры. С угрозой. Подробовали облитератора. Прекрасно. Да, сделал таки. Земля. Атака? Нет. Атаки не последовало. Ну, давайте. У него просто нечего доставать. За минус 6 у него нечего доставать, кроме селянки. Поэтому его ультимейт не работает. Давайте. Развившийся агент. Спящий. Вопрос, хочу ли я разменять эту кричу на два его токена? Давайте попробуем. Давайте разменяем.
Ничего страшного. Конец хода. Что-то он испугался явно. Сейчас мы можем агента просто подровать карту. Я люблю агента, кстати, на поздней игре. И достаточно неплохо дровывают нам карты. Лоран? Да, пожалуйста. Будь Лоран. Ради чего? Ради добора? Может, он сейчас ее вкачает? Ну да. Вкачал 4-3 стал. Лоран. Пас. Так и будет? Не будет. Давайте, погнали качать агента. Раз. Два. А, мамана не хватил. Окей, мой ход. Далее. Вот так. Велспет. У нас пришла подлая карта. Что скажешь? Сюда. А, вот так вот. Ну, окей. Я согласен. Давайте в таком случае Фериксийский уничтожитель. И конец хода. В принципе, я сейчас не вижу проблем. Проблемы только вижу с Элспетом. Но сейчас я ее раньше времени убивать не хочу, потому что, может быть, я по ней смогу сходить в атаку. Если сейчас не будет какого-нибудь борзого масс ремувала, то, наверное, все будет нормально. А, ну хочет, чтобы мы подробовали по карте. Я с удовольствием подробую по карте. Подробую карту. Вообще с превеликим. Да. О. Неплохо ж подробовались. Мне кажется, неплохо. Земля. У него 7 земель. Стеки. Эдикт. По Плэнсуокеру пожертвуем. Точнее, пожертвую Плэнсуокеру. А эти так тогда. Тогда уж так. Подровался. Ну, теперь бас ремонт высечит просто всех, кто есть на столе. Либо это будет сложить оружие, это без проблем. Вот это без проблем как раз. Ну, агент. Давайте-то далее. Атака. Ах ты. Нехороший ты человек. Ладно. Не ожидал такой подлости. Ну, давайте. Уничтожитель. Агент. Сразу вкачанный. Сразу вкачанный агент. Ходи. То есть восстановили себе стол. Да, мне приятно было. Потратил две карты на наши две карты. Подровали по карте. О, земля. Осификация. Хорошо. Интересно, кого? Уничтожители. Ладно. Ну что он сделает? Он, наверное, каунтер положит. Я так думаю. Я так думаю, что он каунтер положит на собаку. Да? Ну, это не спасет ни в коем случае императрицу. Хотя он же может землю оживить, да? Может землю оживить. Ну, ничего.
Посмотрим, что нам день грядущий готовит. Ничего хорошего не готовит. Давайте аутсайдер. Давайте далее. Атака в императрицу. Ведь и не Миша оживил, да? Да. Ну, этого мы вкачаем чуть-чуть. Не жалко же. Да. Прям так. Подровались. Блин, три земли подряд. Какой-то кошмар. Конец хода. Это так можно дроваться? Это вообще законно? Так дроваться. Ну давай, по карте. Угу. Четвертая земля подряд. Какой-то ужас. Мирекс, да. Чёрт, изгонит, да. Ну, логично. Правильное решение, на мой взгляд. Пятая земля подряд. Шикарно. Давайте, аутсайдер. Атака. Если сейчас будет императрица, я сдамся. Потому что, ну, блин, нафиг надо так жить. Шесть земель подряд, дровать. О! Ремувал. Что нам делать с этим ремувалом? Что нам делать с этим ремувалом? Вопрос. Ну как бы он дробается, да? И нас дробает. Может Лорен пока оставить? Может ее пока оставить в живых? Ладно, пас. Я подробую карту с удовольствием. Хочу подробоваться. Мирекс. Пускай. Работает. Ну, типа подробовал карту, ладно. Две. У нее... А, у нее же чар есть точно. Я уже забыл. Ладно. Пас. А, он решил так вот. Ну ты целится в горло, братан, извини. Теперь думай, подробовать, не подробовать. Не стал дробовать, окей. Говорится нормально в жизни. И без этого. И без этой халтуры. Угу. Аутсайдер. Интересно. Давайте аутсайдер. Давайте аутсайдер. С блицом, с блицом. Так и на 6. Да, все-таки есть вторая императрица. Блин, сколько мы земель подробовали, это просто какой-то ужас. Ну, бывает. Угу. О! Хорошая карта пришла. Но чувствую, эту катку мы проиграли. К сожалению. Да. Земля. Ну тебе только совершенно осталось. Сделал самурая. Угу. И успеть великолепный, да? Положил на него какой-то каунтер, видимо, с First Strike, я думаю.
О, давайте. Уничтожитель. Давайте аутсайдер. Далее. Атака. Пускай. Не будем пока злобу. Подробную карту. Может, она будет хорошей. Отличная карта, конец хода. Это как раз то, что, чего мне не хватало в игре, то, что я хотел подробовать. Да, сделал таки. Пац. Ему сейчас уже пора начать нас рейсить, правильно? Я сдамся. Третий чар. Да. Столько земель я даже не всегда дровую, когда играю рампой. А тут прямо столько их. Столько много. Ну ладно. Причем, кстати, очень много карт, которые не поприходили даже. Я все ждал масс ремувала. Думаю, когда он нам придет, когда он нам придет. А он так за всю игру и не пришел. Хотя мы сдровали половину колоды. Ну, бывает такое. Бывает и такое. Давайте следующую. Ну, есть оппонент. Весьма неплохая стартовая рука. Весьма. Оставим. Единственное, как бы не очень хорошо то, что мы ходим вторыми. Лучше первыми с такой рукой ходить. Ну, ничего. Ну да ладно. Давайте. Так, если это монолит, то уничтожитель просто душка. А так. Давайте, аутсайдер. И ход. Аутсайдера так неохота убивать, если честно, да, монорэдом всегда. Он такой, блин, неохота убивать. О, земель-то нету. Давайте далее. Атака на 4. Ничего не будем делать абсолютно вообще. Пустой ход. Конец хода, будем качаться. Будем вкачивать агента. Пусть он его в своих стеках убивает. Либо масс ремувал сейчас бросает. Да. Конечно. Пускай. Такенума. Уничтожитель и говорим ГГ. Ходи. Кос. Может быть, нет. Нет. Такой. А так. А теперь можем по полной выставляться и даже ни о чем не думать. Потому что еще один масс ремонт, он просто не рискнет, сейчас сказать. Большой куш, ладно. Давайте поклявшиеся эры. И ход. То есть сейчас на любую кричу мы говорим Лилю. Даже если это будет крича за 7 маны. Это угрозы нет случайно? А угрозы у них тоже. О, вообще прикольно. У всех угроза. Вообще кайф. Ну.
Блин, 7 маны, чувак. Давай, давай. Ну, батальон не поставить. Портал Фирексию тоже. Сжечь дом, всем по 5. Бам! Пожертвуй 5 перманентов. Что ли? Понятно, в двух землях. У нас 5 земель. Давай, агент. Аутсайдер. Сразу его вкачаем, чтобы не тянуть кота за причинное место. Атака на 3. Ходи. Три мана оппонента. У нас потенциально 7. На столе 6. Это, конечно, ответственный тяжелый шаг для оппонента. Ну, то есть сейчас блокер не помогает, не спасает. Прекрасно. Далее. Атака. Только им. Эти вкачаем. На 3-3. Далее. Давайте все-таки, наверное, веление Гиггса. Два жетона и вернем себе две кричи. Да? Это возможность скинуть Чандру, да? Ну все. Монорет, к сожалению, с фериксийским уничтожителем делает ничего. Ни один из монорэдов. Слишком высока жертва. Давайте еще одну. Давайте еще одну. Ну, друзья, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. И по возможности помогайте каналу материально. Буду вам очень признателен, если вы это сделаете. Ссылочки тоже есть в описании к ролику. Плюс ссылочка в ВК. Да, я туда дублирую все ролики. Так что если что случись, у меня оно все там есть. О, наконец-то мы первыми ходим. Прямо старт у нас такой мега бодрый. Ага, болото. Поклявшуюся прям с удовольствием ставлю. Атака. У нас есть что сказать. Если там крича, то целиться в горло этого качаем. Если там не крича, то аутсайдер этого качаем. Катильда. Катильду я не хочу. Она нафиг разгоняет всех. Крич. Что давайте целиться в горло. Хотя, знаете. Да, давайте целиться в горло. Этого вкачали. Атака на много. На 4. Земля. Встречающие на торжестве. Пускай будут. Давайте так. Давайте. Азарт возможностей. Пожертвуй кричу. Играем как настоящая агроколода. Давайте. Аутсайдер. Атака на 5. По 10. Ходи. Земля. А, ну там, видимо, это он будет сейчас. Императрица. Ну ладно. Все равно так. Да, императрица. Как все предсказуемо.
Поклявшуюся он должен сейчас знать. Самый лучший вариант для него. Да? Давайте. Вкачаем. А давайте еще разочек, чтобы подорвать карту. Собственно, атака на 7. У него 5 хитов. Ходи. Сейчас, скорее всего, он поставит токен блокера. Он не может рисковать так хитами. Встречающий на торжестве, да. Искать кричка незначительная, которая погинет ему хиты, видимо. Не, ассификация все-таки. Ладно. Убрал, да. Я тоже так сделал. Токен, а ему хиты. Да. Значит, эта императрица, она уже нас не парит. Два хита, скорее всего. Я так думаю. Угу. Давайте далее. Атака. Ну, ничего критичного абсолютно. Бам. Давайте облитератор. Давайте аутсайдер. И ход. И если сейчас нет ремувала, то облитератор становится просто невыносимой проблемой. Страница, это не очень хорошо. Ну ладно. Возможно, кто-то изгонит, конечно. Либо сделает дабл страйкер. А он уничтожил, короче, облитератор. Окей. Все, да? Давайте аутсайдер. Знаете, даже что? Я даже в императрицу схожу. А. Подождите, у нее же только... А, ее может атаковать только одно существо. Понятно. Этого игрока. И он так сильно хочет сохранить. Хорошо. Ну, давайте поставим землю, пусть знает, что у нас земля. Подробли Шелдред. Ёп. Это хорошо. Ну, сейчас он сделает. Чё? Не в поле X, но есть единых карт, артефакт, артефакт. Обалдеть. Вот это же жесть. Это жесть, конечно. Это круто. Это мега круто. Угу. Ну, какой у меня? Шелдред. И такой. Ходи, два дамага тебе. Катар еще один. Кайф. Да. Объявление свадьбы. Хорошо. На самом деле неплохая колода, только вот этого я не понимаю. А так прикольно. Чего бы нет. Сделал самурая. На 6 в атаку, ну на 3, по сути. А это еще пошло в атаку. Че я хочу? Давайте. Вот этого. Убьем. Угу. Да. 9 хитов у нас. Подорвал карту. Ох. Блин. Блин-блинский. Ну ладно, давайте нарушительница. Что-нибудь изгоним. Ходи. Сейчас я пойду в атаку, это печально. Печально. У нас есть все шансы подроваться. Не, мы сейчас посольем. Блин, мы не подровали ремуал точечный. Всего две штуки. За всю игру. Ну и вот сейчас самое главное что? Убрать одного блокера за блинк. Вот этого желательно.
и пойти 7 в атаку. Сколько он выгадает хитов? Так, 6, 8. Брось карту. У нас 13 хитов потенциально. 8, 10, 12, 14. А, ну все, мы трупы. Да. Мы трупы, получается. Да, убил. Один бы ремувальчик шоудред поднять. И все. Все бы решилось. Окей. Ну, окей. Давайте еще одну. Последнюю. Блин, буквально все, все зависело от топ-дека сейчас. Так, слушайте, неплохая карта. Это которая стопы поднимает. Здесь тем верхняя карта. Вообще прикольно. Может изменить ситуацию в игре. Мне понравилось. Ну давайте. Да, нормально, стартовая рука. Оставим. Плохо то, что снова наши оппоненты почему-то первыми ходят. Он тут уже более классический монорет, который будет пытаться нас пороть. Точнее, будет нас пороть жестко. Ну ничего. Как-нибудь справимся. Давай. Мочи. О, еще один феникс. Прикольно, нас будет прям по воздуху мочканать, да? Хотя яра. Ходи. Угу. Ну да, удар грома. Я думаю, что сейчас я все-таки, наверное, Лилю поставлю. Давайте, Лилечка. За минус 2 пожертвую Твичу. Пожертвовал. Ходи. Угу. Хенра, да. Да, на один. Угу. Давайте болото. Давайте агент. Давайте нарушительница. Изгнали феникса. Yeah, baby. Ну что, друзья, моно блэк такой вот сейчас. В принципе, неплохо. Третья катка вообще могла бы запросто быть наша, если бы что-то сложилось чуть-чуть по-другому. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был, как всегда, Дима МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.